Друзья мои, многие из вас просили меня выложить видео моржей. И вот мы наконец-то приехали на тот самый пляж, где полчища, просто полчища моржей. Вот. И наконец-то мы можем их заснять очень близко. Кто из нас не мечтал поплавать с моржами в детстве? Я, например, когда мне было года 3, всегда... Что? Говорил маме, что? Это первая попытка. Сейчас будет первая попытка. Давай, давай. Главное не бояться. Нужно подойти близко к ним. Не бойся, не бойся. Я сам не хочу просто идти, ребят, потому что у меня камера. Вот, подойди близко, они не кусаются. Смотрите, какие у них милые лица. Они чем-то напоминают наших русских сенбернаров. Смотрите. Татьяна, не бойся, не бойся. Блин. Сейчас. Короче, попытка не удалась. Видимо, знаете, ребята, иногда сильное течение, ты просто не хочешь заходить в воду. Вот, но мы... Подождите сейчас, может быть, даже я попробую сейчас. Давай, давай. У меня очень доброе сердце, они чувствуют добрых людей. Давай, издалека даже... Проверим. Я никогда... Кстати, смотри, спиннинг валяется. Или... Смотрите. Я помогу. Я пошел. Давай, проверяем доброту сердца. Главное не бояться. Главное не бояться. Друзья мои, моржи. Самое, что ни на есть, настоящие моржи. Или как их еще в народе называют, морские котики. А купаться там, где обитают моржи, не рекомендуется. Вот, потому что, как правило, акулы подплывают очень близко. Танюха! Блин. Танюха, выходи! Нельзя купаться здесь. Ты видел? Ты видел? Был еще вопрос. Как относятся к моржам в Америке? Отношение к моржам в Америке очень хорошее. Их подкармливают, они все сидят на пособии. Многие из них охраняются законом, то есть подплыть к моржу ближе, чем на 200 метров, преследуются по закону. Вот, смотрите, вот смотрите, кстати, он на нас смотрит сейчас. Смотреть за ними со стороны берега можно. Только что нашли непонятное существо. Посмотрите, как вы думаете, кто это? Есть ли у вас какие-то идеи? Свои ответы вы можете писать в комментариях. Посмотрите внимательно. Покажи с другой стороны. Что это может быть? Покажи хвост. Покажи хвост. Ближе. Друзья мои, мы смотрим китов. Смотрите сейчас. Вот смотрите, еще отели в Америке. Вот мы сняли очень недорого двухспальный отель. Тут две кровати, одна для детей, другая для взрослых. На троих рассчитаны. Вот, посмотрите. Два умывальника. Здесь даже есть джакузи. Вот она. Вот. И все сравнительно недорого.